Ну и общее число российских потерь в Украине на вчера, на 619-е сутки большой войны, составляет уже колоссальную цифру 304 100 человек. Единственное, что все-таки, ну, скорее всего, речь идет о суммарных потерях российской армии убитыми и ранеными. То есть, ну, ошибочно утверждать, что вот именно 300 тысяч россиян в Украине погибли. Нет, это, скорее всего, не так. Ну, ведь даже сам генерал Залужный, главком ВСУ, в своем крайнем интервью упоминает лишь о 150 тысячах убитых россиян. Цифра тоже огромная, но все-таки вдвое меньшая. Ну и предлагаю всем зрителям именно на эту вдвое меньшую цифру теперь и ориентироваться.